Так, не переживай, тут ничего сложного, если что. Девочки, я вам не мешаю. Извините, вы можете выйти. Так, все, вы начинаете? Да. Привет. Привет. Как тебе дела? Да, как настрой? Отлично все. Как настрой? Не волнуешься? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Там ничего сложного, не переживай. Если что, я буду тебе переводить, помогать, подсказывать. Если что, там вот сидят люди, они тоже будут тебе помогать. Так, для тех, кто не знает, что мы будем сегодня делать. Я приготовила несколько русских песен, которые точно знают все люди, которые живут в России. Это очень известные песни. Завидую. Просто там люди за кадром вместе фотографируются, а меня не взяли. Ладно, извиняюсь. Давай мы подойдем. Так, давайте для тех, кто не знает, что тут вообще происходит, я расскажу, что мы будем сегодня делать. Я приготовила несколько русских песен. Это знаменитые песни, их знают все люди, которые живут в России. Но ты, скорее всего, их не знаешь. Может быть, какие-нибудь из них ты слышал, конечно. И я буду тебе говорить текст этих песен, буквально 1-2 строчки, а тебе нужно будет продолжить. Будет классно, если ты будешь отвечать неправильно, поэтому не переживай, тебе это не экзамен, тебе не нужно сказать все прям точно по тексту. Вот, просто говори то, что думаешь, как тебе кажется, что там нужно дальше петь. Начнем мы, конечно же, с классики. Максим. Певица Максим, не знаешь ее? Нет. Послушай, это просто детство всех нас. Наверное, это мой рай. Искать его. Еще раз. Рай это? Рай парадайз. Парадайз? Да, искать. Знаешь, что такое? Искать. Это... Look for. To find, yeah. Угу. Наверное, это мой рай. Искать его? Надо. Да, в целом все так и есть. Искать его надо. Слова моей бабушки. Летний дождь начался сегодня... И закончился завтра. Да. Ну, здесь поется летний дождь, начался сегодня рано. Ну, в принципе, можно закончить и закончился завтра. В целом, никто нам не мешает этого сделать. Ты позвонишь и скажешь, я так по тебе скучала. Давай все начнем. Давай все начнем. Угу. Пить. Давай все начнем пить. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день. В этом мире. Да, там точно так и было. И в этой жизни. Да, но там было, это мой последний день на Титанике. Ну, в целом, там, там плюс на минус одно и то же. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это... Это моя мечта. Да, так и было. Но там поется, мы с тобой проводим это лето. Дальше тоже классика. Следующая песня, ее все поют в караоке. Знаешь певца Григорий Лепс? А, нет. Отлично. Только рюмка водки на... Знаешь, что такое рюмка? Рюмка — это такой маленький стакан. О, да, сейчас знаю. Водка, ну, знаешь, наверное. Водка, знаю. Не понаслышке. Только рюмка водки на... На ресторан. Ну, на столе. На столе, на столе, да, на столе в ресторане практически. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла... Из моей жизни. Практически, да. Там поется, красиво ты ушла из нее. Ну, имеется в виду, из моей жизни. Отгадал, молодец. 1-0. Так, Евка, проигрываем. А снег идет. По щекам мне бьет, бьет. Болею очень. Температура. Стою и жду тебя. Для лекарства. Это эти рыночные отношения. Чисто принеси, подай. Очень классный ответ, я бы так пела. Стою и жду тебя для лекарства. Но там
смеется, стою и жду тебя, как дура. Дура, фул, ну, типа, такая, не очень умная. А я простила его опять. Да, молодец, 2-0. О, дальше будет группа Корни. Не знаешь, да, наверное, но они давно пели. А где-то, сейчас я буду долго читать. Ты да. Можешь просто послушать и в конце что-нибудь добавить. Да. А где-то лондонский дождь до боли, до крика поздравляет тебя. И на каждой открытке я с любовью пишу... Письмо. Пишу письмо. Ну да, в целом в письме хоть что можно написать. Там поется «Пишу с днем рождения, Вика». О. Эта песня поздравляет всех Вик с днем рождения. Эх. А надо было, чтобы они пели «С днем рождения, Лера». Я все детство об этом мечтала. У нас на районе не звонят, а... У нас на районе... Да, не звонят. Знаешь, что такое звонят? Звонят... Тупол. Да. Никому. У нас на районе не звонят никому. Ну, практически, да. Там игра... В общем, там поется так. У нас на районе не звонят... А звонят. То есть там просто меняют ударение. Звонят, а звонят. Потому что звонят — это неправильно. Так говорят только глупые люди. Вот, поэтому там поэтому у нас на районе не звонят, а звонят. То есть как будто бы у них на районе живут только глупые люди, которые неправильно говорят. Давай. Сейчас опять буду много читать, и тебе в конце только одно слово надо будет сказать. Хорошо. Эй, девушка, красавица, ты мне улыбаешься. Я тебя уже люблю, все, что хочешь, подарю. Мне подарков не дари, жарких слов не говори. И в любви мне не клянись, а сначала ты... Любишь меня. Ну да, там поется «женись». Сначала ты женись. Женись. Да. Ну, отлично, ты отгадал две песни. Это очень хороший результат. Я бы на английском не отгадала, мне кажется, ни одной песни. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Было очень приятно познакомиться. А что могу вам сказать? Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, рассказывайте о нас друзьям, пишите в комментариях песни, мы будем все читать и петь эти песни здесь. Всем спасибо за просмотр.